Привет, с вами Догмама Аня и мои собаки Чихуа Софи и Эйвен. И сегодня мы покажем вам очень интересную штуку. Смотрите ролик до конца, ставьте пальчики вверх и потом напишите в комментариях, хотели бы вы себе такую вещь. А если ты впервые на нашем канале, подпишись. Впервые коляски для собак я увидела в Таиланде. Может быть, потому что тайцы в принципе любят все милое, а возить собачку в коляске это так мило. А может быть, потому что в Таиланде жарко и собаке ходить по асфальту довольно тяжело, поэтому они предпочитают возить их в колясках. В случае же с Россией, если не брать няшность, то эта вещь может реально пригодиться тем, у кого, например, собака болеет. Или, боже, что это? Эта вещь может реально... Или собака инвалид, или собака очень старая, и она уже не может ходить. Нужно, например, пойти куда-нибудь взять собачку с собой, но вы устанете носить ее на руках. И для этого вам именно нужна вот эта вот штука. О, я слышала, как она щелкнула. Ее не обязательно использовать только как коляску, по сути, это переноска на колесах. И это упрощает жизнь владельцу, конечно же. У нас тут есть колесики. Так как я уже привыкла очень много разных вещей покупать для Софи и Эйвена на Юнизу, коляску мы приобрели тоже именно там. Если что, ссылка есть в описании к этому видео. Кстати, сам производитель пишет, что по сути это можно считать обычной детской коляской. Дело в том, что мы очень часто где-то бываем с Софи и Эйвена, постоянно где-то гуляем. Иногда, порой, я устаю носить Софи и Эйвена на руках. Они тоже устают. Все, это так просто было. Отлично. И закрываем. Че? Че? Мам, ты там забыла вставить детали как бы. Шапочку, маленькую детальку. Специально по инструкции вставляем крышечку. И закрываем, колесико готово. Ух ты, она ездит. Крепеж для поводка, крыша, кошка сзади. Все их вещи здесь, в специальной корзиночке. Есть светоотражающие полосочки. Я забыла еще сказать, что это фирма Ферпласт. И вот мы сложили нашу колясочку. Включаем на тормоз. Все. И она, в принципе, практически ничего не весит. Модель, кстати, этой коляски называется Globetrotter. Давай. Вот. А давай! Молодец! Прикольная колясочка. Ага. Теперь мы вообще в полной безопасности. Много ходить по снегу не надо, не устанем, да? Теплее будет. Мам, а мы пойдем гулять сейчас? Видишь, мама собирается. Круто. Так вот теперь легко и безустанно абсолютно мы будем гулять с Софи и Эйвеном в нашей колясочке. Поехали! Поехали с мамой гулять! Ждите меня здесь. Зачем мама говорит, ждите меня здесь, а сама нас снимает? Ну, типа, это не она нас снимает. А, ясно, мы типа делаем вид, что она ушла, и не она нас снимает. Да, делаем вид. Смотри, Эйвен. Клево, да. Да, здорово, смотри, Эйвен, машина едет. Ух ты, большая. Ага, большая. Проехала. Ага, проехала. Эйвен, ты опять не повторяешь? Неправда. Возвращаемся домой с нашей прогулочки. Не помогай, я сам залезу. Даже так? Ты попробовал сам запрыгнуть в коляску? А с 1 декабря на нашем канале мы запускаем новогодние каникулы. Но это совсем не значит, что это мы уходим на каникулы. Как раз наоборот. Мы будем делать новогодние розыгрыши, снимать новогодние DIY и лайфхаки, подарки, костюмы для собак и многое другое. Так что следите за нашими выпусками. И давай, Атя! Эйвен, давай, иди сюда. И вас, давай, Атя! Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.